около 150 тысяч долларов за Гиркина. Из них 100 тысяч дает Главное управление разведки Украины. В чем такой интерес? Какие такие показания должен дать Стрелков, Гиркин, он же Гоша, он же Жора, что они так вот вызывают такой интерес? Ну, вы знаете, он знает много, это очевидно. С 2014 года, если говорить только об Украине, он знает очень много. То есть все там, от как это все началось, да, как кто давал указания из Лубянки это начать, как кто поставлял вооружение, как кто поддерживал, как сбивали самолеты. Они заходили в Донецк беспрепятственно. Конечно, конечно, все вот это, все он знает. И про крымский референдум, он же, оказывается, и там находился. Ну, может быть, он не играл там главную роль, но он находился там в Крыму в марте 14, февраль-март 14. После этого очень много на ком он замыкался внутри этой среды, да, не говоря уже о том, что он полковник ФСБ просто-напросто, он знает очень-очень много. И сама эта ситуация с тем, что он появится где-то в районе фронта, она странная. Вообще ФСБ так не делает, если только не хочет действительно человека убрать. Ну, рискованно, потому что, вы же понимаете, за ним будут гоняться и масса людей, которые хотят ему просто отомстить. Вы понимаете, там, вот бог с ними, со 150, но людей, которые хотят просто его убить, очень много, потому что, ну, замотивированы люди, так сказать, и на Донбассе, они же там расстреливали, вот, депутат Рыбак такого, знаете, он с пропоротым животом найден был, я вот с его супругой общался в Риме, мы с ней вместе выступали. Это был 2014 год, по-моему, да, в 2014 году, выступали в Риме перед Комитетом по международным делам. Ну, вот спрашивается, дети этого рыбака, они хотят отомстить Гиркину, просто убить его? Конечно, хотят. И масса таких людей, это же не одна семья, не один человек. Ну, извини, таковы правила игры, ты что думал? Если ты поедешь на фронте, тебя не будут искать, не хотят просто тебя убить или повесить, не говоря уже о том, что допросить перед этим. То есть, это, ну, как бы серьезный вопрос. Потому что здесь примешивается эмоционально и чистый расчет, рациональный, да, потому что, конечно, для органов спецслужб Украины он представляет огромный интерес. Да он и сам всегда говорил, что если я окажусь в руках украинцев, то вы представляете, что со мной сделают? Повесить – это самое лучшее, самое безобидное, что со мной сделают. Ну, он прав, зачем же его обманывать? Действительно, жизни ему не будет, но в любом случае его выпотрошат все сведения, какие только возможны. Поэтому какая-то в этом игра. Вот мое соображение, что это какая-то игра, либо его действительно хотят за счет этого ликвидировать. Ну, извините, снаряд попал не туда, что теперь делать? Ну, все бывает в жизни, да? Если ты на передовой, так это, извините, налево-направо происходит. Либо это какая-то игра внутренняя между спецслужбами и армией, между ГРУ и ФСБ. Ну, то есть, какая-то в этом игра есть. А что его до этого не пускали никуда? То есть, он все время жаловался, что, значит... Как только вот он прекратил свою миссию в 14-м, вот типа никак его не пускать ни рядовым, ни начальником обратно на Донбасс, что он так сильно хочет там воевать. Фу. А что так? Плюс вот это его, как бы сказать, ипостась. Он же играл роль такого критика власти. Угу. Типа. Ну, знаете, далеко не всех критиков власти направляют что-то там начальниками штабов или чем-то еще. Да? Как-то по-другому, в другую сторону, на восток их направляют, причем в наручниках. Поэтому я так подозреваю, что здесь все несколько более сложно, чем простая схема, что вот он появляется и просто воюет, как обычный, так сказать, офицер или там, и так далее. Что-то здесь есть другое, видимо. Вот мне так кажется. И поэтому это было бы интересно узнать, почему нет. Так, ну интересно, посмотрим, действительно ли есть вариант, что он окажется в руках Главного управления разведки, украинских военных. Ну, это было бы действительно очень интересной находкой, много информации, вы правы.